в Екатеринбурге, в центре вот такая интересная стена кирпичная. На белом камне. Что бы это значило? Интересное здание тоже, не новое. Написано, что построено в 29-м году. Все понятно, кроме одного, что сразу строили этаж в землю. Центр города Екатеринбург, гостиница «Урал». Очевидно, круто строить, чтобы окна были не только под землей, но и под снегом. Тут эти стекла вообще зашли уже мной. Тоже, наверное, старинный домик в архитектуре. Где жил архитектор Бабыкин начала 20 века. Посмотрим уровень земли и уровень засыпа возможного. Здание было откопано. Вот такой домик. Такие засыпанные окна. Копанные. Похоже, так строили не только в Санкт-Петербурге, но и в Екатеринбурге. Цельный этаж засыпан. Новый уровень земли и старый. А вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Это красота. Екатеринбургский театр оперы и балета. Не видел таблички, когда построен, когда реставрирован, но видел такой вот уровень подъема. Из которого видно, что как минимум один этаж у театра точно был засыпан. Вот. Уровень дороги. И вот так был, возможно, засыпан. Потом видим уже еще один этаж вниз. А.
Вопрос, есть ли еще этаж ниже. Такие дела. Ротонды старые. Ух, тоже интересная локация в Екатеринбурге. Старинный домик. Вроде бы окна не в пол, но похоже, вот они уже зареставрированы. Тоже интересное здание в Екатеринбурге. Каменный первый этаж, деревянный второй. И окна низкие. Екатеринбурга, очень красивый дом. Купца Бабикова, как оказывается. Засыпанными этажами. Сколько там фундамент, одному Богу известно. И засыпано все. Вот. Один, два, полтора этажа. Трудно сказать. Напротив идет реставрация тоже какого-то здания. И судя по всему, там тоже есть засыпы. Если посмотреть вниз. Сейчас мы посмотрим. Вот соседний дом тоже. Там арка идет вниз. Уже это действительно старинная кладка даже. Ну, здесь цементная. Сверху цемент уже известковый раствор кирпича. А между блоками старинные, конечно, щели и все. Но, по-моему, цемента не пахнет. Это блоки такие. Возможно, верхний этаж старого здания или что является уже фундаментом нового. Как вы думаете, возможно, есть альтернативщики в Екатеринбурге? Уже стандартный деревянный верх на каменном нижнем этаже, который окна закопаны вниз. Уже никого не удивляет. Тут очень много таких зданий. Это на реконструкции. Дальше мы идем. Идем. Тоже закопанные этажи. Очевидно, реставрированное старое кирпичное здание. Деревянный верх, каменный. Вниз, в окна в пол, да, чтобы снег можно было видеть. Вот, вот тоже такой вот старинный кластер, который переделывается. Нечто новое. Вот. Опять деревянная надстройка. И там на кирпичи или камни. Вот арки, пол засыпанный. Институт какой-то.
можно сказать. Непонятно какой опять. Светлый камень, фундамент это или не фундамент. Не знаю. Возможно, фундамент. Сколько этому зданию лет? Непонятно. Но с этой стороны кирпичная, с этой стороны деревянная. Ну, кирпич. Обращаю внимание на камень внизу.